Hi everyone! The topic of our lesson is Review, Unit 5. Тема нашего сегодняшнего урока – обзор, раздел 5. Итак, мы с вами заканчиваем 5 раздел, и сегодня на уроке мы с вами должны повторить Vocabulary – это значит лексику, которую мы проходили в этом разделе. Дальше Language Focus – это те грамматические темы, которые мы проходили, а это с вами у нас был Present Simple, правильно? Утвердительные предложения, отрицательные предложения. Сегодня все это мы повторяем. Итак, вам необходимо будет сделать в первом задании match the verbs in the box with phrases 1, 2, from 1 to 7. Итак, вам необходимо соотнести глаголы в рамочке с фразами от 1 до 7. Например, eat turkey for Christmas dinner, кушать индейку на Рождество, на рождественский ужин. Итак, the house, помните, какое мы слово использовали? Украшать, decorate. A musical instrument, музыкальный инструмент, a party, вечеринка, Thanksgiving Day – это день благодарения, the samba – это у нас получается танец какой-то, да, самба. New clothes – новая одежда, happy birthday – это счастливого дня рождения. Итак, подберете глаголы и подставите сюда. Дальше. Следующее. Choose the correct word. Второе задание. Выберите правильное слово вам жирным шрифтом, выделены через черточку слова, которые вам нужно выбрать. Например, Наурыз is in February or in March. То есть Наурыз в феврале или в марте. Ставите циферку. Здесь в первом задании вы пишете полностью все предложения, а не только лишь те глаголы, которые нужны. И пишите рядом обязательно перевод. Обязательно пишем перевод. Во втором задании также самое. Пишем предложение полностью и пишем его перевод. Буду проверять перевод обязательно. Сегодня у вас только письменные задания. Дальше. Language focus. Третье. Choose the correct form of the verb. Выбрать вам нужно правильное слово. Например, the Irish celebrate St. Patrick's Day on 7th of March. Ирландцы празднуют праздник Святого Патрика, день Святого Патрика, точнее, 17 марта. Здесь вам нужно выбрать либо celebrates, либо celebrate. Вспоминайте по таблице глаголов, когда мы с вами добавляем окончание s к глаголу в третьем лице, мы добавляем окончание s во множественном числе, в первом, во втором мы не добавляем. А так как the Irish — это ирландцы, значит будет celebrate. Ну, например, my cousin — это она, и здесь у вас уже будет has, а не have, да, потому что my cousin — это она, третье лицо, и у нас окончание has, то есть s, дальше, и так далее. В общем, самостоятельно выбираете. Не забываем написать перевод, обязательно пишем перевод к этим предложениям, буду проверять. Четвертое. Напишите утвердительные предложения, используйте present simple. Ну, здесь вам нужно сделать, что вам даны слова в разброс, а вам нужно написать их правильно. Ну и, конечно, поставить окончание s там, где нужно. Например, he like hot dogs. Он любит хот-доги. He likes hot dogs. Видите, примерно написано окончание s. My father cook turkey. Мой папа готовит индейку. My father cooks turkey. Cooks — окончание s, потому что my папа — это третье лицо. Можно заменить местоимением he, он. Поэтому мы ставим окончание s. Итак, все самостоятельно, все это сделайте. Кстати, они у вас здесь не в разброс написаны, вам просто нужно их соединить, использовав окончание s, где нужно, и все. Дальше, пятое задание. Вам нужно написать отрицательные предложения из вот четвертого задания. Смотрите, напишите отрицательные формы предложения, упражнение номер 4. He doesn't like hot dogs. Смотрите, здесь написано, он любит хот-доги. He likes hot dogs. А вы пишите отрицание. По табличке глаголов посмотрите, как мы составляем отрицательное предложение. Я вам ее скинул, у кого нет. И вы напишите he doesn't like hot dogs, или my father doesn't cook turkey. Не забываем, что doesn't в третьем лице, а don't будет в первом лице, во втором и во множественном числе. Все, сегодня вы должны выполнить 5 упражнений. И не забываем писать первым, втором, третьем. Пишите обязательно перевод. Ну, в четвертом, в пятом писать перевод не нужно, да? Итак, у вас достаточно много нужно сделать.
Все, good luck, всем удачи, жду ваших работ до 19:00.